Особый человек в городском пространстве, счастливые мамы. На просторах Немлофт открылась необычная выставка фотографий. Здесь собраны портреты ребят с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Мы здесь ее презентовали в рамках открытия форума некоммерческих организаций, что для нас очень радостно, потому что это дает возможность более плотного общения с ресурсным центром, получения недостающей информации, что так необходимо. Это и умение работать с органами власти и между собой налаживать какие-то отношения, потому что вы понимаете, наверное, что большие какие-то социальные проекты иной раз в одиночку, ну, просто не, так сказать, продвинуть. А когда мы вместе, мы – сила. Основную часть работ посвятили мамам особенных детей. Организаторы рассказывают, выставку готовили целых 8 месяцев, так как у женщин не хватало времени прийти на фотосессию. Как итог, 60 потрясающих стилизованных портретов. У нас получились мамы, вот, и самая-то главная задача, вот, которая была воплощена фотографами, вот они увидели этот невыразимый глубокий свет в душе этих мам, удивительных женщин абсолютно. Вот их умение улыбаться, радоваться миру. И поэтому вот получились такие великолепные произведения искусства, не боюсь этого слова. Вторая часть выставки рассказывает об особенных людях в нашем городе, о том, как велика их вера в друзей и как сильно они любят этот мир. Еще один зал посвящен фотографиям особенных детей, а также их рисункам. Ранее эту экспозицию представляли на дне города. В этом зале представлена выставка фотопортретов наших ребят. Эта выставка называется «Ребенок в городском пространстве». На всех ребята с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они показаны в своей обычной среде. Они идут в школу, они гуляют, они играют. Это то, что происходит с ребенком каждый день. Вся эта большая экспозиция позже переедет в музейно-выставочный центр. Также выставку планируют презентовать на различных конкурсах. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.